до нашої студії пану Яну Чобіток. Вона є власницею однієї шлюбних агенцій міста Києва, і всі запитання ми сьогодні переадресуємо саме їй. Доброго ранку, пані Яно. Я не хочу там говорити на тему того, можливо, яка саме головна мета, яка головна причина. Я вас краще запитаю, чому сьогодні іноземці хочуть одружитися на українських дівчатах? Ви знаєте, прежде всего, женщины на Украине, вообще славянки, женщины красивые, женщины умные, женщины, которые ценят семью, семейные традиции, женщины, которые получают удовольствие от воспитания детей. Все эти ценности за рубежом, но если не потеряны до конца, то становятся редкостью. И иностранцы едут сюда, знаете, вот за женщиной, может быть, такой, которую там они могли найти лет 50 назад. Ага, зрозуміло. А взагалі, що потрібно жінці для того, щоб мати гарні шанси на одруження на майбутнє? Ви знаєте, важен язик. Очень хорошо, если женщина владеет одним из иностранных языков, потому что эти браки не искусственные. Они все основаны на реальных чувствах. Сложно Сложно влюбиться, если человека не понимаешь. Ну, да? Поэтому, если женщина говорит на языке, ее шанс увеличивается. Женщина должна быть симпатичной, да? Женщина должна реально хотеть иметь семью, потому что если это хочешь ты сделать просто ради того, чтобы выехать, просто ради того, чтобы улучшить свое материальное положение, не получается. Не получается, иностранцы видят, они чувствуют. В принципе, девочки и здесь порой пытаются выйти замуж, чтобы улучшить свое материальное положение. Это заметно. Заметно окружающим, заметно прежде всего тому человеку, которому ты пытаешься понравиться. А на який вік взагалі орієнтуються чоловіки, які приїжджають з інших країн на свої при виборі дружини? Ви знаєте, що вони орієнтуються на 10-15 лет разницы в возрасте. Молодше. Они считают, что они могут. Могут на это рассчитывать. Ну, а який шанс, прикладом, у тієї жінки, який більше, ніж за 40, наприклад, її від 40 до 50? Можливо, вона володіє англійською мовою, можливо, вона має за мету собі вийти заміж за іноземця, але от які шанси взагалі можуть бути? Знаете, шанси отличні. Я вам скажу, самые такие браки, которыми я горжусь, это женщины были после, скажем, 38 лет. Шансы отличные. Понимаете, эти женщины не знают, чего они хотят. Они понимают, что им как бы уже сильно, ну, не то, что они не могут слишком долго выбирать, осталось мало времени. Они знают, что если этот мужчина ей не подходит, он ей просто не подходит. Ну, а взагалі, можете жінки залишитися без нареченого? Такие випадки бували? Да, конечно. По статистике, замуж через нас выходит одна из 15 обратившихся к нам без детей и одна из 25 с ребенком.